Сквер Немцова в Киеве возле посольства РФ открыли мемориальную доску имени российского оппозиционера. На открытие приехала его дочь Жанна, председатель фонда Владимир Карамурза-младший. Сквер открыл мэр столицы Виталий Кличко. Борис Немцов в Киев приезжал много раз. Он поддерживал Украину во время революции достоинства. Дата открытия 15 марта выбрана не случайно. Ровно 5 лет назад в Москве состоялся первый оппозиционный марш мира против вторжения российских войск в Крым. Сквер был открыт в Вашингтоне. Такой сквер был открыт в Вашингтоне год назад возле российского посольства. Также был открыт и в Литве, а теперь в Киеве. Этот сквер напомнит о людях, которые борются за правду, справедливость и демократию.